А вот еще один вопрос, тоже часто задают, и часто вот с такой проблемой приходит. Собака тянет, собака не умеет ходить рядом. Опять такой вопрос, как бы, ну сначала, как научить? Учить лучше с детства. Если с детства не прошло, тут есть, ну, различные способы, да? Ну вот самый простой, сейчас покажу. Пусть. Очень важный момент, рядом, так называемая, рядом тут рыбковая цепочка. Вот я, очень удобно, очень эффективно, очень важно для владельцев собак, скажем так. Сейчас, как бы это объяснить? Пусть хорош. Пограничников был в свое время такой момент. Приходили, вот учили действиям пограничника с собакой. То есть привязывали вот этот поводочек, бруску, и начинали. Команда рядом, пауза, рывок. У вас должно это быть единовременно. То есть не единовременно, а четко различаться. То есть, итак, внимание. Команда рядом, пауза, через полсекунды рывок. То есть рядом. Хорошо, сидеть. А еще такой момент, почему не получается? Рука должна быть ослаблена, то есть вы должны чувствовать только вес поводка. Если поводок у вас натянулся, собаку уже не вы управляете собакой, собака управляет вами. Пусть хорош, то же самое. Поэтому вот так вот, такое положение. Рывковая цепочка тоже, вот она всегда ослаблена, рядом. Значит, будьте готовы, первый раз собака не поймет. Поэтому у вас движение, вот почему я говорю, собак рука раскрепощена. Потому что может быть с первого раза не получится, и у вас должно быть второе движение. То есть рядом. Рядом. Сидеть. Хорошо. То есть запомнили, поводок всегда у вас ослаблен. Вы чувствуете только вес вот этого своего поводка. Поводок натянулся, все, собака ушла из-под контроля. Любое действие, гуляй и прочее. Вот это вот должно у вас регламентироваться. Итак, внимание. Рядом. Хорошо. То есть, сейчас я сниму. Ну, это действительно глупо, потому что пусть и без этой фигни он и ходит рядом. Но сейчас я покажу. Пусть рядом. А вот так. А вот так. Ну все, готово. Достаточно.